10 августа в Доме культуры станицы Григорьевской состоялась встреча с активом поселения. Глава Сергей Ливенцев отчитался о проделанной в первом полугодии текущего года работе. На сходе присутствовали глава района Андрей Дорошевский и его заместители, депутат законодательного собрания края от партии «Единая Россия» Сергей Орленко, а также руководители служб и ведомств, которые давали нужные разъяснения. После отчета у жителей появилась возможность задать интересующие вопросы. У нас не хватает бюджета школы на нужды и расходы на детей. Вплоть до того, что не хватает мыла, туалетной бумаги, бедер, всех хозяйственных принадлежностей. То есть нам, родителям, приходится это все закупать. Но, насколько я знаю, деньги выделяются. Заместитель главы района Марина Наумейко рассказала, что на капитальный ремонт школы номер 11 в этом году выделено 6,5 миллионов рублей. Мы уже закончили проведение замены полов на двух этажах. Мы увидели проблему, которая была связана с водопроводной сетью внутри противопожарной. И когда Андрей Владимирович Дорошевский, глава района, побывал в этой школе, он дал поручение изыскать возможность финансирования. Деньги направлены, на следующей неделе будет объявлен аукцион. Увидели мы, правда, несколько и другие вопросы, которые связаны с внутриучебным процессом, внутрихозяйственной деятельностью, директор об этом знает, что необходимо просто брать те средства, которые направляются на школу, использовать их. А сметные назначения доводятся в полном объеме. Недовольны жители и качеством электроснабжения. Для нормальной работы электроприборов напряжения в сети не хватает. Глава сейчас дала поручение, конечно, главе поселения разобраться. Но я скажу следующее, что есть инвестиционная программа вообще-то в энергетиках. И поэтому вот надо будет посмотреть просто, какая у вас протяженность этого сети, сколько лет уже вашему трансформаторной подстанции. Я так понимаю, что она источник всех бед. Кроме того, волнуют жителей проблемы с водоснабжением и ремонтом дорог, а также дальнейшее благоустройство поселения. Площадку у нас очень хорошую построили, но нашим детям, они вот здесь играют в футбол. У нас ведь есть площадка возле свежачка магазина, она не благоустроена. Может быть, там что-то надо сделать, и какое-то поле там надо доделать, засыпать. Может быть, резиновый пол там сделать. Сергей Орленко обратил внимание жителей на то, что уже удалось сделать за прошедший год. В первую очередь, это капитальный ремонт Дома культуры, в котором и проходила встреча. Больше 15 миллионов выделено было из бюджета края на все здесь произошедшее. Второй момент, вот территория. Я действительно, когда подъехал, говорю, какая прекрасная площадка детская. Тоже бюджет края, губернатор, председатель ЗСК, глава муниципалитета, потому что он ходатайствует об этих всех объектах. И поверьте, вот все, что записано сейчас, возьмется на особый контроль. Ну, я выражаю вам слова благодарности за то, что вы пришли сюда, озвучиваете проблемные вопросы, те вопросы, которые вас волнуют. Нам очень важна обратная связь, чтобы мы могли понимать, куда мы движемся, в каком направлении, чтобы сверять с вами пути, направления движения, чтобы мы с вами двигались вместе в одном направлении, в унисон.